Здравствуйте, мои дорогие друзья! Одно из ключевых моих мыслей по поводу самоисцеления является тот факт, что человек может жить гораздо больше, если он занимается антипаразитарными программами. Я не вижу причин для старения организма, кроме как микропаразиты. Но нет другой причины. Органы постоянно обновляются. Иммунная система работает как часы. Главное не слушать этих красавцев, у которых все заболевания аутоиммунные. Как что-то не то, так аутоиммунное заболевание. Не знают чего-то, аутоиммунное заболевание. Поэтому, если человек занимается антипаразитарными программами, у него нету никакого шанса умереть ни в 50, ни в 60, ни в 70, ни в 80, ни в 90 лет. А что такое 100 лет? Человек начинает соображать нормально, говорить какие-то умные вещи, анализировать только где-то после 40, после 50 лет, а тут он уже старик. Только начал соображать, и он уже старый. Поэтому это мое мнение. 100 лет – это нормальный возраст, это немного. Это может быть немало, но это нормально. Поэтому будем, друзья, все вместе к этому стремиться. Удачи вам!